2 мая 1945 года в час ночи было получено сообщение на русском языке. Просим прекратить огонь. Высылаем парламентеров на Потсдамский мост. Маршал Жуков вспоминал. Командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг обратился к немецким солдатам. Приказываю немедленно прекратить всякое сопротивление. В 6 утра на командном пункте нашего земляка генерал-полковника Василия Чуйкова немцы подписали капитуляцию и сдались в плен. Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов полностью овладели столицей фашистской Германии – Берлином. До победы оставалось 7 дней.